Смотрите, здесь он у меня на грунтшике, на моем участке здесь выросли такие грибочки. Кто мне может сказать, что это за грибы? Это случайно не лисички? Они такие интересные. Что-то ни разу здесь у нас на участке не видел такие грибы. Сейчас такая погода теплая, блин. Поэтому грибы везде растут. Это интересные такие. Они съедобные, нет? Вот там, как там ножка? А, да, это, наверное, лисички. Как вот такая ножка, да? Похоже. Смотрите, какая. Они съедобные. Такие в Казахстане вроде тоже мы собирали. Я маленькая была. Ну, подскажите, если что. Вот такие. Какие-то еще грибы. Ну, они, сестра, я... Вроде мы учили, как я помню, в Казахстане. Если вот такая фигня есть, да? Значит, они, во-первых, несъедобные, наверное, ядовитые какие-то. А как они называются, я не знаю. Подскажите тоже. Вот здесь тоже. Вон как растет. Около паслена, видите, паслен. На компосте у меня здесь вырос паслен. Все полное, усыпано. Черненький, видите? Вкусно.